Теперь сделаем плечо стил. Плечо, предплечье. Вот так оно выглядит в 3D. Вот эту часть, которая вставляется, делать не будем. Делать для приклеивания только плоскую часть и само предплечье. Можно начать моделировать руку из сферы и уже дальше ее экструдировать вниз. Либо можно начать делать с цилиндра и наоборот поднимать руку вверх. Как вам больше нравится. Нам снова пригодится референс. Он уже отмасштабирован у нас с прошлого раза. Мы просто создадим, ну, допустим, цилиндр. И спозиционируем его. Переключимся на локальную ось. Слегка вытянем руку. Чуть-чуть повернем. Переходим в режим редактирования. Чуть отодвинем наш чертеж. Чтобы не пересекался с моделируемым объектом. Выделяем грани и формируем изгиб локтя. Для этого нам нужно будет экструдировать наши грани. И пользуемся горячими клавишами. S для масштаба, Rotate R для поворота. Будем масштабировать, смещать наше кольцо. И не забываем, что у нас равномерно расширяется. Мы с одной стороны будем сужать. Потом это подредактируем. Продолжаем экструдировать. Снова Extrude Edge. Снова повернем. И вот здесь можно уже начинать сужать нашу руку. Давайте еще раз на Е горячую клавишу выдвинем. На S. Сузим. Еще раз выдавим. И еще раз делаем сужение. Можем еще разок. Сужаем. Референс нам пока больше не нужен.
нужно бы изменить слегка форму и загнуть. Вот это отверстие мы можем закрыть. Нажмем на F. И поработаем с гранями. Нам нужно отработать вот с этим видом, видом спереди. Мы можем включить такое плавное редактирование и потянуть руку. Можем повернуть одно из колец. Вот так будет больше похожим. Чуть отставим локти и вот в принципе весь вот этот угол мы можем срезать. Эту форму мы оставим, создадим дополнительный объект, можем воспользоваться кубом. И просто срежем все то, что нам не нужно. Чтобы было удобно приклеивать руку к туловищу. Снова выбираем руку, воспользуемся модификатором Boolean. Такой получился ровный скос. И можем переместить поближе к туловищу. Включаем глобальную ось. Позиционируем. Так как у нас рука прям пронзает туловище, давайте еще руку изогнем. Можем выделить грань. В таком режиме ее переместим.
Можем еще чуть-чуть подвинуть, и потом, чтобы снова сделать плавный срез, снова создадим куб. А можем еще немножечко руку изогнуть. Или просто сделать предплечье чуть больше величины. Можем даже не кубом, а можем взять туловище, скопировать. И включить модификатор. Выбираем руку, добавляем модификатор. Применяем. И снова позиционируем руку.